помнить. Трудовой стаж Андрея Матвеева в правоохранительных органах начался более 20 лет назад. Несколько лет проработал Андрей Александрович в милиции, был и заместителем прокурора. 11,5 лет руководил прокуратурой Верхней Салды. Новым местом работы Андрея Александровича с 1 октября станет город Асбест, куда его назначили прокурором. На встрече с журналистами Андрей Александрович поблагодарил всех, кто так или иначе помогал в работе. Хочу поблагодарить всех тех, кто помогал нам работать, кто не был равнодушен. Хочу пожелать в дальнейшем процветания нашему городу. Я думаю, что сотрудники прокуратуры, которые будут работать, будут выполнять эту работу качественно, именно во имя людей, которые живут на территории Верхнесалдинского округа. И я думаю, что будет продолжаться борьба с преступностью, борьба с проявлениями коррупции. Я думаю, что в итоге все равно будут хорошие результаты. В завершении встречи Андрей Матвеев выразил надежду, что все начатые прокуратурой дела будут доведены до логичного завершения, а некоторые актуальные материалы, в том числе в сфере УЖКХ, будут переквалифицированы в уголовные дела. Нового верхнесалдинского городского прокурора должен назначить генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. До этого момента временно исполнять обязанности прокурора будет Евгений Сергеевич Смеянов.